Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего кулинарного канала. В сезон свежих овощей можно приготовить огромное количество ярких, сочных, аппетитных и сытных блюд. Сегодня предлагаем приготовить овощное рагу с рисом. Для приготовления возьмите продукты, указанные в списке. Из данного количества ингредиентов примерно получается 3-4 порции. Для начала подготовьте все продукты. Кубиком нарежьте кабачок, морковь, лук, помидор и соломкой болгарский перец. В сковороду налейте подсолнечное масло, добавьте морковку и лук, перемешайте, обжарьте около 10 минут на небольшом огне. Добавьте нарезанный кабачок, перемешайте, накройте крышкой и тушите 10 минут. Добавьте помидор, сладкий перец, перемешайте и тушите на небольшом огне 7-10 минут. Добавьте промытый рис. Рис возьмите любой на ваше усмотрение. Налейте воду или можно использовать мясной или овощной бульон. Перемешайте, накройте крышкой и тушите до готовности риса испарения жидкости. В конце приготовления посолите и поперчите по вкусу и хорошо перемешайте. Готовое рагу посыпьте рубленной зеленью. Овощное рагу с рисом готово. Приятного аппетита и огромное спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.